Ну, я бы хотела, на самом деле, получше проплыть. У меня уже несколько результатов по 30 секунд с маленькими сотами. И хотелось уже 29 проплыть. Ну, не получилось, ничего страшного. Главное, что золото взяла. Ну, наверное, нет никакой тактики. Это все-таки полтинник. Тут плывешь с самого начала и ни о чем не думаешь. Вот на сотне уже можно какую-то тактику использовать. А тут с самого начала плывешь быстро и все.